Приветики, букетики. Ребят, вчера не получилось сохранить прямой эфир. К сожалению, нам обрубили интернет. Вот, так что сегодня, надеюсь, успею его сохранить. Вот, а пока с вами так пообщаюсь. Привет, привет. Ой, вот мы и на Сейшелах. Острова. Да. Ой, ребят, если бы мы тут жопки грели, было бы супер. Сейчас на Сейшелах зима, поэтому погода здесь не айс. Каждый день дожди, причем такие... Причем прям стеной. То есть в плане погоды, климата, позагорать здесь, к сожалению, не удается. Саймон с Настей расстались, да. Привет, Воронеж, привет. Новиков, ВРН. Настроение, ну, так, желает лучшего. Зачем Даньку так мучаешь? Видела больших пауков, видела, кстати. И скалопендру тут видела, и пауков. Даня в душе. Привет, привет. На самом деле я прям не люблю острова, мне не подходит жутко климат, тем более еще и дожди эти идут бесконечные. Короче, хочу в Москву, вот что. Что тебе дарил Даниил? Ну, цветы шикарные дарил. Как долго ты привел камеру, какого... Когда тебя снимают везде. Ребят, на самом деле к камерам я привыкла уже недели через две. Уже забыла, что меня снимают. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Я не знаю, видели вы их или нет. Вот она одна. А вот она вторая. И прямо над кроватью третья. На самом деле снимают нас постоянно. В микрофонах мы ходим тоже постоянно, и даже если ночью мы снимаем микрофон, выключаем его, отворачиваем камеры. Буквально вот позавчера мы с Даней разговаривали шепотом в комнате. Ну, ребятки, я вам хочу сказать, что все слышат. Мы офигели. Не знаю, где встроен микрофон, скорее всего... Скорее всего, в кровать. Сохраню обязательно. Марина, казак, привет. Как настроение? Прохладно или зима? Как лето там жарко? Я вам скажу так. Я взяла с собой только шорты. Это Данина джинсовка. Взяла кучу шорт, маек, ну вот такие легкие платьица. Легкая летняя. Но я вам хочу сказать, что здесь реально прохладно. Я офигела, потому что на Сейшелах я уже пятый раз за все нахождение на проекте. И реально мне холодно. Никогда не могла подумать, что мне на Сейшелах когда-то может быть холодно. Когда в Воронеж? Ребят, честно, не знаю... Не знаю, когда Воронеж, единственное, что меня тянет Воронеж, это мои родные, вот, но родители у меня приезжали в Москву не так давно, мы с ними виделись, поэтому и сестра приезжала, поэтому, в принципе, такого рвения в РН, честно говоря, нет. Как думаешь, помирится ли Сэм с Настей? Думаю, да. Честно, думаю, да. Да ни над кем я не издеваюсь, чего вы глупости какие-то пишете мне? Светлана Кошевнина, приветик.
Как тебе состав на Сейшелах? Честно, состав неплохой, ребята все хорошие, поэтому состав хороший. Федя с Настей, я думаю, что у них будет действительно классная пара. Я в ребят верю и пытаюсь как-то даже им помочь. Наташке привет, которая меня любит. У нас с вами час разница. Сколько у вас сейчас время? Вот если сравнивать с Москвой, у нас на час вперед. То есть Москва на час назад. У вас где-то сейчас 11:30, наверное. Носогубки правда колола или реклама? Правда колола. Вы знаете, я периодически хожу к косметологу, подкалываю себе какие-то части, а именно носогубки. Они у меня ярко выражены из-за мимики. Носогубки колю. Лоб я еще не колола ни разу. И делаю смаз-лифтинг. Специальная процедура. Вот он и Даня пришел. Даня, ты не хочешь поздороваться с моими подписчиками? А? Да, потому что меня замучили. Где Даня, где Даня? Привет, привет всем. Здесь, Даня. Сани помирились. Вы знаете, я на самом деле о Феде поменяла свое мнение, когда он поддержал Даню в очень такой непростой момент, когда у них был конфликт с Захаром. Для меня вот такие ситуации показательны, поэтому я с ним общаюсь сейчас нормально. Оренбург болеет за тебя. Ой, приятненько. Спасибо. Бабушка. Приехала бы в Донецк. Ой, не знаю. Максим Павленко с кем-то вообще строит отношения? Насколько я знаю, Максим переписывается с какой-то девочкой. Они уже виделись вживую. Друг другу понравились, поэтому Макс ждет девчонку. Макс ждет девчонку. Вот. И на самом деле хороший он очень парень. Я надеюсь, что у него все получится на проекте, потому что он действительно очень харизматичный, активный. Дани, привет большой. Передаю. Строченочек, давай в Тюмень. Строченочек, так меня еще никто не называл. Строк, ладно, у меня погоняло было в классе. Строк из-за фамилии. Как относишься к конфликту Купиных с Дмитриенко? Расскажите, что случилось у них, потому что, может быть, я не в курсе. Можно прийти к Захару на проект. Ребят, вы можете прийти к любому человеку на проект. Один только маленький нюанс. Насколько я знаю, Захар в отношениях, поэтому... Где больше нравится, Москва, Сейшелы? Конечно же, Москва, даже без вариантов. Как сформировать такой же сильный характер, как у тебя? Не нужно этого делать вообще. Ни в коем случае. Такой характер формировать не надо. Я вам честно признаюсь, мне с таким характером жить нелегко, поэтому будьте самой собой, и все будет хорошо. Ты не видел мою? Сотый раз спрашиваю, кому пришла на проект. Господи, отвечаю, я зашла на проект к Саймону. Это было 27 ноября. Все? Где жила в Воронеже? Родители у меня живут в северном районе. Я прожила там до 20 лет. Вот, а потом мама мне купила квартиру в Юго-Западном, и я живу там, оставшееся время жила. Таня, у вас сценарий или жизнь? Друзья, как можно так играть? Скажите, пожалуйста. Да? Ну, Даня иногда, конечно,
играет, по всей видимости. Актер еще тот, я хочу сказать. С Брянской помирились, да, прям перед отлетом. Настя и Сэм помирились. Ребят, на самом деле, пока у них очень сложная ситуация, они не вместе. Поэтому пока еще нет. Но я в них верю, я уверена, что ребята помирятся. Зубы, конечно же, мои. Ну, не твои же. Слушайте, честно, я уже не реагирую на комментарии по поводу серии там «Лошадь, не лошадь». Друзья, вы можете уже смириться, что идеальный род может себе позволить. Не каждый. Поэтому завидовать – это очень плохо. Не нужно писать гадости. А сколько вам лет, Таня? Ребят, а как вы думаете? Потому что меня тоже замучили комментарии про старуху, старушку. Мне будет 27 лет 31 августа. У меня день рождения совсем скоро. Я надеюсь, что мои подписчики меня поздравят. 27 лет исполняется, почти 30. Нет, у нас не утро, у нас сейчас час ночи. К Майе пойдешь на свадьбу? Конечно. Мне твой характер нравится, но сама ты мне очень нравишься. Ой, спасибо, спасибо. Да, характер мне достался от папеньки. От папочки. Папульчик, спасибо. Не знаю, я думаю, что, возможно, реально ребят отправят на Сейшелы и... Тут они примирятся в конце-то концов. Сейчас буду скоро ложиться, тем более мы выиграли сладкое свидание. Единственное, знаете, когда выигрываете здесь свидание, на самом деле я не сильно рада, потому что подъем в 7 утра. Реально, подъем в 7 утра, в 9 мы где-то выезжаем. Приезжаем мы после обеда. Ну, короче, грубо говоря, не высыпаешься, и это немножечко напрягает. Что у Дани с лицом? Ребят, вот честно, меня тоже поражают люди, которые пишут постоянно про его прыщи там и все остальное. Понятное дело, что мы не слепые, мы все видим, и мы с этим боремся. Это понятно. Мы просто не хотим визуально это убрать. Мы именно внутренне это очищаем. Тут как бы проблема на самом деле глобальнее. Поэтому те, кто пишут из серии, что там, я не знаю, он прыщавый и все остальное, чего вы не лечите, ребят, мы лечим. Вот, будьте спокойны, мы лечим, мы этим занимаемся. Как думаешь, Федя, получится отношения с Юрцом? Ну, чего вы так тоже Настюху обижаете? Я считаю, что да, она прикольная девчонка, веселая, активная. Поэтому думаю, да, думаю, у них все получится. Как там Бузова? Бузова отлично. Она, кстати, крестная мама нашей пары. Если вы помните, она нас заселила в комнату. Таня, ответь на вопрос, зачем тебе столько макияжа? Ты и без такого количества нормально выглядишь. Ребят, честно вам скажу, что я очень... Ну, у меня вот тут небольшое вскочило какое-то раздражение. Я на самом деле крашусь, потому что я привыкла, наверное. Я постоянно красилась. Даже куда-то там выехать с друзьями или просто там с девчонками где-то посидеть. Ну, я вот так привыкла, я не могу по-другому. С Миленой мы не общаемся, да, и я думаю, что, естественно, никогда не будем. Просто держим нейтралитет. Доброй ночи, Днепр, и вам.
Вас постоянно снимают? Да, ребятки, нас снимают постоянно. Только рассказала историю, что мы хотели там посекретничать, шепотом разговаривали, камеры были отвернуты зданий. И тут по громко нам говорят, если вы будете продолжать разговаривать, мы повернем камеры. И мы тогда офигели. Милена, Орлова правда послала Милену? Да. Но, как бы, терпение, оно тоже не бесконечное, понимаете? Это самая такая ведущая, которая самая, наверное, спокойная, которую вывести просто из себя невозможно. Ну, как бы, я думаю, что не просто так же, правильно, это все произошло. Танечка, где покупаешь, так понравилось твое платье? По поводу вещей, ребят, я не могу давать там рекламу, где я беру вещи конкретно, потому что мы находимся на проекте, это будет реклама, это будет пиар-магазина. Как только мы уйдем с проекта, конечно, я буду с вами делиться всеми этими штучками. Где я покупаю шмотки, косметику, как я крашусь. Но могу записать видео по поводу того, как я крашусь. Но, честно говоря, ничего такого криминального, там чего-то сверхъестественного я на лицо не наношу. Все очень просто. Тональный. Брови я подкрашиваю карандашом. Здесь затемняю немножко. И у меня мой любимый карандаш. Не знаю, виден он или нет. Сейчас вот синий. Темно-синий я подвожу по слизистой. Ну, выделяю так цвет глаз. Красиво. Собираешься в ближайшее время уходить с проекта? Ребят, честно говоря, в ближайшее время мы не планируем, но мы потихонечку к этому уже подходим. То есть мы, я думаю, что... То есть мы не относимся к тем участникам, которые будут сидеть на проекте там по 5, по 7 лет. Нет. Я на проекте 8 месяцев. Я думаю, что до года я тут пробуду. Мы пробудем зданий. Наш строчек. Спасибо. В общем, пока это сложно сказать. Сложно сказать, когда мы собираемся уйти. Но понятное дело, что здесь там рожать детей или еще что-то я не планирую, честно говоря. Какой объем делаешь изгиб? Делаю цешку. Честно говоря, всегда делаю по-разному. Люблю лисий эффект. Вот сейчас как раз-таки у меня, наверное, лисий эффект и есть. Последний раз я делала. Тань, ты куришь? Ты же топовая ведущая будешь, ты что? Ну, поставят ведущий, супер, чё? Будет супер, я буду только рада. Но претендентов, поверьте, мне очередь стоит. По поводу курения. Я курю Айкос. Это, не знаю, знаете вы или нет. Очень хорошая штука. Очень удобно, не воняют ни волосы, ни изо рта не воняет. Сохраню эфир, сохраню. Так, ребятки, ваши вопросы. Ты любишь покушать? Сахнастрок. Я покушать, честно признаюсь, люблю, но я очень похудела, если вы заметили. Не знаю, как это по камерам видно или нет. Я очень сильно похудела, и... Похудела я только лишь по одной причине, никаких диет, ничего такого. Я на стрессухе сбрасываю, то есть я ничего просто не ем. Стресса тут хватает, сами видите, по эфирам. Представляете, Милена ведущая? Не, не представляю. Данил тоже курит Айкос. Так, взрослые тети мне пишут комплименты, а я их даже не читаю. Тетя, напиши еще раз. Страхнова.
Звучит не очень страхново, как страшилка какая-то. Спасибо, ребята, спасибо всем, кто пишет там хорошие вещи, но я далеко не идеальная. Я совершаю ошибки, за них потом несу расплату. Действительно, сейчас вы увидите достаточно жестокие эфиры, островные. Мы, слава богу, это пережили, с трудом, но пережили. Вот, поэтому, друзья, я надеюсь, вы не закидаете меня камнями. Я уже готовлюсь к тому, как подписчики меня будут ненавидеть. Но переживем, как говорится, не первый раз. Те, кто не совершает ошибок, таких людей нет. Вот, все увидите. Нет, Настя не на островах. Настя на поляне, она не покинула проект. Она здесь. Воронеж, привет. Да, мы сейчас на островах. По поводу Милены никак не хочу комментировать, потому что мы договорились с ребятами придерживаться игнору, поэтому... Павленко пока нет, я уже про него рассказывала. Ребят, сохраню эфир, будете смотреть. И там есть ответ как раз-таки на все ваши вопросы. И по поводу моего возраста все тоже... Есть. Шаронова тоже не строит отношения. Я думаю, что скоро Шаронова покинет проект. Потому что здесь все-таки про любовь. Пишу, вы самая лучшая, а ты красотка. Никого не слушай, просто не переживай. И все, мы за тебя. Спасибо вам большое. Расскажу секрет моей диеты. Друзья, приходите на Дом 2. Встречайтесь, и вы похудеете, я вам гарантирую. Ну, если вы на стрессухе ничего не едите, то я вам гарантирую на 1000000%, что диета вам обеспечена. Я, когда нервничаю, я ничего не ем. Я похудела прилично, сейчас я вам покажу в зеркало. Ну, собственно, не знаю, видно, нет, вот мои ножки, синяки, это я сама себе ставлю, меня никто не колотит. Собственно, как-то так. Данины джинсовки. Не знаю, видно, нет, как я похудела. Ну, в общем-то, все замечают, и редактора все мне говорят, что совсем я уж исхудала. В общем, как-то так, ребят. По поводу зарплаты рекламных денег мы комментировать не можем. Никак. Твое мнение по поводу Ольги Рапунцель. А вы меня введите в курс дела, потому что, честно говоря, я не в курсе, и я не знаю, что конкретно там произошло. Сколько ты весишь? Честно говоря, я не взвешивалась давно, но по моим внутренним ощущениям килограмм 47-46. Вот как-то так. Фанталия веселее. Тебе нравятся редактора? Ну, честно признаюсь, не все. На сколько дней? Планируем вроде как на 2 недели, а там как получится. Не знаком с друзьями, родителями через полгода. Это звоночек. Вы знаете, я считаю, что отчасти звоночек. Смотря как он на вас смотрит, если вы чувствуете, что человек настроен на вас серьезно, не обязательно знакомить там с родителями или с друзьями, если, может быть, у него нет такой возможности на данный момент или еще что-то. Поэтому что ты делаешь для Дани?
друзья. Ответ прост. Даю свою любовь. Говорят, что сейчас на проект попасть очень легко. Правда ли это? Слушайте, ну, на самом деле, преград нет никаких. Приходят обычные люди, которые действительно хотят построить отношения под камерами, то есть не боятся этого. Приходят на кастинг, и все, как и остальные, проходят. Разница в час. Если девушка старше меня на 9 лет, это нормально, как думаешь? Слушайте, я вообще считаю, что у любви нет возраста. Если вам девушка это нравится, если действительно вас все в ней устраивает, вам с ней хорошо, не доплевать, какая у вас разница в возрасте. Я придерживаюсь той политики, что неважно. Понятное дело, когда разница там 20-30 лет, да, то есть тут уже как-то странно. Когда в отцы годятся или в мамы. 9 лет не такая уж и большая разница. Поэтому ничего в этом плохого лично я не вижу. Ребят, ну я не могу передавать всем привет. По возможности передаю. Передаю вот привет всем, кто хочет от меня большой привет, передаю. Сейшельский даже. Горячий. Горячий. Люби все возрасты покорны, это точно. Кастинг сложно пройти. Все зависит от вас, если вы интересная, общительная, активная. Действительно, прям выдадите на кастинге что-то такое. Вы просто представьте, проекту 15 лет. Сколько приходило сюда уже людей? Какой поток? Я боюсь даже представить, какие цифры. Естественно, есть отбор. Если человек тухлый, неинтересный, к сожалению, мы не место на проекте. Это правда. То есть человек должен говорить, разговаривать, как минимум. О, приятно, что я ассоциируюсь с какой-то песней у кого-то. Это прикольно. Как ты кастинг проходил? Если честно, ребят, это отдельная история. Мои друзья отправили анкету. Мы отдыхали все вместе. Они решили поприкалываться, отправили анкету. Вот то, что в Инстаграме вылетает вот эта реклама, заполни анкету. В истории чисто. Они отправили. И мне поступил звонок через 3 дня. Татьяна, вы прошли кастинг туда-сюда дистанционный. Я вообще не поняла. Думаю, что за бред? Какой Дом-2 вообще? О чем идет речь? Я позвонила маме, посоветовалась. Говорю, мам, что делать? Объяснила ситуацию. Она говорит, ну, почему бы нет? Попробуй, рискни. То есть ничего не теряешь. В общем-то, я не планировала заходить. Вот. И как-то так получилось, что, да, я здесь. Я здесь. Платил. Я тебя видела в Коламбусе. Что делала там? А что это? Коламбус. Что это такое? Расскажите. Это торговый центр какой-то или что? Я вроде в Коламбусе не была. Рада уходу Комиссаровой. Ну, честно признаюсь, после ситуации с девочкой Сашей я сделала свои выводы о ней, потому что я пересматривала специально этот ролик там неоднократно. Для меня в таких моментах человек раскрывается, да, с той стороны, с которой действительно он есть. Ситуация патовая, жесткая. Болинскую я тут тоже никак не защищаю, но в той ситуации Вика была... А я не знаю, что вам показали весь сюжет или нет, но Вика была зачинщиком этого всего. Поэтому для меня вот эта уже ситуация была показательной. Более того, когда она прилетела на острова, вы знаете, ведущие говорили, что она очень надменно как-то разговаривала там из серии, что вот, пускай все делают новички. И все в таком духе. То есть как бы какое-то неуважение и высокомерие. Тут такое не любят. Поэтому
По поводу моего турагентства. На данный момент я его заморозила. Он у меня в режиме заморозки. Как только я выйду с проекта, естественно, я все восстановлю и возобновлю. На данный момент, к сожалению, получилось сделать именно так. Получается, можно пройти просто дистанционный кастинг. Конечно. Единственное, со мной связывались по скайпу, общались, потому что они меня, то есть, увидели только в Инстаграм мои фотки. И, как вы сами понимаете, очень многие фотки не соответствуют реальности, да, то есть много действительно приходило участников, когда их фотки с реальной жизнью кардинально отличались. Вот дабы, чтобы таких инцидентов не было, они связываются иногда по скайпу. Они со мной связались, пообщались, поняли, что я именно тот человек, который заявлен в Инстаграм, и сразу взяли меня. Да, мы на Сейшелах. Так, ребят, на самом деле вы задаете вопросы, которые уже были, на которые я отвечала, поэтому не обижайтесь, что я на них не отвечаю сейчас. Я эфир сохраню. Если вам интересен ответ на ваш вопрос, вы можете его пересмотреть и все ответы получите. Сергей, а то ли у вас какие-то проблемы, то ли что-то... То ли что-то не пойму, как бы, почему, откуда у вас такая агрессия в мою сторону, может быть, я могу вам чем-то помочь. Спасибо, друзья, спасибо. Вот видите, все пишете, что вот, в прямом эфире я другая, я нормальная. А на экране вообще другой человек. Вот это и обидно, друзья. Вот это и обидно, потому что, к сожалению, в эфир входит в основном негатив, злость. И самые жуткие моменты с моей стороны. Поэтому, естественно, для многих я кажусь демоном, дьяволом, человеком, с которым просто невозможно общаться. Но на самом деле это не так. Да, я знаю просто правду. Сергей, может быть, вы знаете больше, что знаю я, может быть, вы знаете мое турагентство или еще что-то. Просто вы такой странный, вы пишете такие странные вещи. Я в туризме, чтобы вы понимали, 6 лет, 6. Начала я это совместно со своей сестрой, и 2 года я уже существую как в отдельно, у меня своя турфирма. Говори правду, и претензий не будет. Так я и говорю правду, что моя сейчас турфирма под названием «Кокос» в заморозке. Она находится в Воронеже, и на данный момент я ее заморозила. Кедикайте, желаю вам тоже добра. Спасибо за добрые слова в мою сторону. Мне очень приятно. Желаю вам всего самого-самого хорошего. Даня на твоей машине ездит. Ребят, ну, тоже, честно говоря, немножко подзамучили меня с этой темой. Отвечу так, что Данина машина находится в Новосибирске. Моя машина находится на поляне. Поэтому, соответственно, да, Даня за рулем моей машины. Это моя машина, угомонитесь уже, успокойтесь. Да, это моя машина, и он за рулем. Саш, поздравляю тебя с днем рождения. Всего тебе самого лучшего. День рождения – это прекрасный день. В этот день сбываются все твои мечты. Так что пожелай что-то, и это обязательно сбудется. Только одно – не наглей. Не устаете на проекте? Ребят, конечно, устаем, безусловно. Есть срывы. Тяжело, это правда. Ну, как бы пока держимся. Держимся.
Так, ладненько, друзья, мне уже надо идти в душ и, наверное, отдыхать, потому что завтра в 7 утра у нас подъем. Едем мы на сладкое свидание, так что желаю всем добрых снов. Всем людям, которые меня любят, которые пишут мне добрые пожелания и слова, знайте, что я вас очень люблю. Спасибо, что вы есть. Вы у меня, а я...